Смотрите, какие тарелки. Лондон. Вот их, по-моему, 4. Одна стоит 9,15. Вот такая. Вот такая. Так, вот такая. Нет, 3. 3. Ну вот, не знаю, ну что, нужна мне, не нужна. У меня вроде есть такого плана. Далее. Кувшины, кувшины, кувшины. Вот это что? Кувшин. С двух сторон горлышко у него. Я за что-то зацепилась. О боже, за мной тарелка за 80 евро. Не хватало еще разбить. Вот это что? Ведро. Ведро. Для охлаждения коктейлей. Далее идут вазы. Давайте я вам сверху покажу. Мне вот это вот приглянулось на самом деле. Она, видите, какая-то такая вся растресканная. Может, это она такая специально сделана. Нет, снизу показать вам не могу. Там, по-моему, ничего нет. Вот это вот битая, к сожалению. Ну и кривая. И стоит немало, 22 евро. Идем дальше. Солевая лампа. Кальяны, по-моему. Вон красивые, кстати, это основание для лампы настольные. Но с другой стороны сейчас посмотрим. Торшер. Вот посмотрите. Абажур вот этот очень красивый, кстати. Очень. И сколько он стоит, интересно. Посмотрите, какой хороший. О! Где ценник? А, внутри. Один. Подожди, извини. Итак, абажур стоит 11 евро. Самовар. Кстати, очень даже красивый. Посмотрите. Привозила, наверное, себе из России. Здесь такая роспись. На самоваре. Сколько он стоит? 28 евро. Ну, нормально. Смотрите, какая скатерть красивая. Вышитая крючком, крестиком. И обшита крючком. В принципе, я могу сама это сделать. Но, зная, сколько времени это, на это потребуется, мне кажется, проще купить за 36 евро. И она, кстати, очень большая. Тут даже, наверное, не замеры. Нет, большая. Разворачивать ее не хочу. Смотрите, в очень приличном состоянии. Так, ну что, давайте здесь посмотрим. Пингвин. Пингвин. Модель Брест. Он целый, кстати, без потери. Симпатичный. Дальше. Вот эта ваза меня интересует. Мурана. Почему на ней не написано, что она Мурана? 24 евро маленькая. Маленькая, маленькая. А вы помните такое видео, только синее? 10-6. Б. Б. 22 евро. Ваза, кристалла, постер. Смотрите, вот такая вот вазочка симпатичная. 22,45. Что это, я не знаю. Наполе. Такая мега красивая. 66 евро в самом конце. И брошка за 50. Очень красивая.
Рассвет Сальватора Феррагамо 89,66. Красиво. Какая брошь, посмотрите, здоровая. А, это кольцо на два пальца, на 155 евро. Очки Шанель 300 евро стоят, 299 копейками. Вот это Маквин. Маквин стоит 139. Фудар 55. Я не пойму, что это за марка. Сережки, я понимаю, зверь, 66 евро. Рикини клипсы. Клипсы. Энзо Усус Трансперу. Очень красиво. И вот этот фотоколлекционный кольца. Все три мне нравятся. Смотрите. Вот это очень красиво посредине за 55 евро. Вот Рикини Малфати Соле. 17 евро. Тоже интересно. Ух, какая красивая низка жемчуга. Ладно, манжорика. Цены на нее не видно. Вот это вот браслет. Но это не Пандора. И вот этот красивый браслет 44 евро. Очень даже красивый. Серебряный. Я не могу не показать вам эти ботинки. Они стоят 195 евро. Посмотрите на это. Это на каблуке такая вот штука. И что это за бренд? Лоренцо Камочо. Ну, я не знаю такого. Обалдеть. Также янтарь. Как вы хотите на выбор. Посмотрите на цирюшки. Далеки как всего янтарные. Дальше сумки. Гуччи 167 евро. Она в отличном состоянии. Нет, не очень. Давайте дальше покажу, что тут еще есть. Вот это вот хорошая сумка, я думаю, да. И это. Чинели. Петро. Она стоит 89 евро. Кстати, вот хочу показать вам плащ, который я купила в Дорбере. Сегодня он на мне. Очень качественная куртка Максмара. Посмотрите. Пристегнута со всех сторон. Какой у нее ценник? Вовочки. Вот к плечам пристегнута. И я не вижу ценника. Подождите. На рукаве? Нет. А вот. 200 евро.
Да, вещи здесь пристеганы основательно. Армани джинс. 55 евро. Кстати, очень приличные. 41 размер. Здесь прям как в настоящем бутике. Фенди. Все красиво расставлено. 39 размер. 55. Развешено новочком. Также часы. Это что? Майкл Корс. 44 евро. Кстати, недорого. Смотрите, какие. Запачканное стекло. Кстати, сверху, в камушках. Одежды здесь также много, но извините, я не буду ходить по одежде. Меня не интересует. Меня вполне устраивает рынок секонд-хенд. Так вам покажу в общей массе. Сумок много, сумки брендовые. Вот эта сумка, не пойму, очень похожа на тот. Нет, это не тот, но все равно. Вот посмотрите, вот Fendi, скорее всего, оригинальная, потому что висит вот такой замок. Сколько она стоит? Бог его знает, 89 евро. Вот Gucci, сейчас посмотрим. Да, тоже оригинальная. 55. Подождите. Да, девочки, мальчики. Походу она оригинальная. У нее внутри стоял номер, она стоит 55 евро. И такое может быть. Вот Timberland. Может, у нее какой-то дефект, я не рассмотрела. Ну, не буду углубляться, не хочу расстраиваться, как говорится. Давайте вкратце вам покажу обувь. Такие штиблетки. Вот. Гэс. Ну тут видите все подряд. И Серджо Росси, и Джо, и Примадонна. Все вместе. И вот даже Гуччи есть. Гуччи, Гуччи, Гуччи. 36 размер, 66 евро. Все равно, как ни крути, здесь дорого. 28 евро. Обувь, одежда. Не знаю, не вижу смысла для себя здесь покупать. Скарпы, Донна, Яб, Аран, не знаю, такой бренд. Зарабазик. Зарабазик. Маноло, Бланик. Ой, ты ёшкинку, 28 евро. Кстати, первый раз в секонде вижу Манола Бланик.